Кинокомпании «Венус» и фильм «Фолкс» представляют фильм «Коварный незнакомец». В ролях Акшай Кумар, Бобби Деол, Карина Капур, Бипаша Басу, а также Джонни Левер и другие. Авторы сценария: Робин Пхат, Шьям Гойл, Нирадж Вора, Санджив Дугал. Оператор: Раджан Кинаги. Композитор: Ану Малик. Продюсер: Виджай Галани. Режиссеры: Аббас и Мустан. Богиня-мать. Что случилось, дочка? Папа, какой-то хулиган преследует меня. Что? Это он.
Что вы себе позволяете? Еще вчера приставали к девушкам на улице, а теперь уже и до дома добрались. Но, сэр, она... Заткнись, немедленно убирайся отсюда. Не то пристрелю тебя. Я полковник в отставке, понял? Но, сэр, послушайте, она взяла мой зонт. Зонт? Я думал, это мой зонт. Я по ошибке взяла ваш зонт. Простите. Все в порядке. Простите, простите. Виновата моя дочь. Ничего страшного. Послушай, на улице сильный дождь, пережди его у нас. Потом пойдешь. Проходи в дом. Давай, давай, заходи. Мне это нравится. Дочка, зачем ты принесла чай? Радж промок до нитки. Принеси ему ром. Нет, сэр, я не пью спиртного. Да выпей же. Нет ничего лучше рома в такую погоду. Я не могу пить. От спиртного я сразу пьянею. Да ведь все пьянеют, но... Папа, не нужно принуждать кого-либо пить. Хорошо, хорошо, прошу прощения. Тогда выпей чаю. Угощайся чаем. Скажи мне одно. Я ходила в мечеть, в храм, в церковь, потому что у меня завтра экзамен. А ты почему туда ходил? И у меня завтра экзамен. Клуб игры в поло в Мумбаи выбирает тренера, чтобы послать его в Швейцарию. Именно ради этого собеседования я приехал сюда из Джайпура. А где ты научился игре в поло? Меня научил мой отец. Он был капитаном в королевском клубе поло в Джайпуре. Вот как? Я играл в этом клубе. Как зовут твоего отца? Виджай Мальхотра. Виджай Мальхотра? Боже мой, какое совпадение. Я много раз с ним играл. Он был просто великолепным игроком. Кстати, у меня здесь есть очень хорошие знакомые в клубе игры в поло. Если хочешь, я могу поговорить с ними. Нет, сэр. Я верю в свои силы. И полностью уверен, что эта работа достанется именно мне. Мне нравится твой характер. Так держать, сынок. Он хороший парень. Дождь закончился, теперь я пойду. Хорошо, хорошо. Желаю удачи, мой мальчик, желаю удачи. О, извини, мне звонят. Спасибо за чай. Простите меня. Я вам доставила столько неудобств. Вы не должны извиняться. Зато я встретил в этом незнакомом городе кого-то своего. Пока. Пока. Я хотела вам сказать, что... Что я забыл свой зонт? Точно. Сейчас принесу. Спасибо. Пожалуйста. Пока. Пока. Можно войти, сэр? Заходи, Радж, заходи. Проходи, проходи. Сэр, вы? Да, я и есть председатель этого клуба по игре в поло. Не обязательно проходить собеседование, молодой человек. Ты получил высший балл. Все видели, на что ты способен. Поздравляю, ты получил эту работу. Спасибо. Не за что, молодой человек, не за что. Мои поздравления. Откуда вы узнали, что я прошел собеседование? Я увидела ваше счастливое лицо. И я вас поздравляю. С чем? Со сданным экзаменом. А вы откуда узнали? Увидев ваше счастливое лицо. Может, отметим? Хорошо. Но ресторан выбирать вам, потому что я еще не знаю города. Хорошо. Тогда поведу вас в такое место, где незнакомцы становятся друзьями.
Прошу прощения. Вы, наверное, думаете, как же начать. По-моему, вам нужно начать с сока. Он вызывает аппетит, и время можно провести, поэтому и поговорить можете. Итак, заказывайте. Какой принести? Апельсиновый, лайм, яблочный, ананасовый? Принесите мне лайм. А вам какой? Апельсиновый. Минутку. Сделайте так. Принесите два лайма. Мне нравится лайм. Простите. Принесите, пожалуйста, два апельсиновых сока. Мне нравится апельсиновый сок. Минутку. Это угощение для тебя, поэтому все по твоему вкусу. Нет. Угощаешь ты, поэтому все по твоему вкусу. Можно посоветовать. Я принесу вам лучше два коктейля. И оба вкуса будут удовлетворены. Два в одном. А вы пока поболтайте. Проблему с соком решил коктейль. Но из еды не сделаешь коктейля, в котором были бы совмещены два наших вкуса. Тогда поедем туда, где сошлись бы все наши с тобой вкусы. А где есть такое место? Не видел, но слышал, что в Швейцарии у людей вкусы, смешавшись, становятся одним вкусом. Клуб Поло посылает в Швейцарию одного, а не двух тренеров. Но вместе с тренером ведь может поехать его жена. मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है वो अजनबी जाना पहचाना सपनों में उसका अजनबी का इंतजार है मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है वो अजनबी जाना पहचाना सपनों में उसका है आना जाना आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है खुशबुओं की गली में इन हवाओं में देखा मैंने चेहरा उसका दिलकश फिजाओं में देखा बेख्याल करता है वो बड़ा दीवाना है इन लबों का प्यासा है दिल का आशिकाना है वो अजनबी
जाना पहचाना सपनों में उसका है आना जाना आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है मोहब्बत में फासला जरूरी है धड़कने ये कहती है चार दिन की दूरी है वो अजनबी जाना पहचाना सपनों में उसका है आना जाना आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है Вот это да. Вот ваш дом, мистер Радж, ваша машина, и вот ваш ключ. Спасибо. Всего хорошего. Радж, какой красивый дом, какая хорошая машина, и посмотри, какой красивый сад. Это не наш дом, наш вот этот, а наша машина вот эта. Это? А что? Не нравится? Нет, нет, хорошая, очень хорошая. Тогда пойдем внутрь. Он имеет в виду добро пожаловать, добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. А вы? Я БП, а он ЛП. Бхану Пратхан. Он Лафан Пал. Лакхан. Да, именно. Я Радж. А это моя жена Прия. Здравствуйте. Здравствуйте. Это моя Сиди. А это моя Висиди. Он имеет в виду, что мое имя Чампа Деви. А мое Вина Чандра Деви. Да здесь целая аудио-видеосистема. Мы ждали вас с нетерпением. Хотелось услышать последние индийские новости. В здешних газетах не печатают такие пикантные новости. Не так ли? Правда. В нашей Индии только возьмешь газету, и сразу на первой же странице можно прочитать обо всех скандалах, о коррупции, мафии и так далее, и так далее. Не так ли? Ну что, молчишь? Да-да, точно. Мы слышали, что там проходят ВКГ. Выборы каждый год. Да. Вы тоже живете в этом квартале? Да, мой дом прямо напротив вашего. Я здешний СК, а он ВСК. Староста квартала и вице-староста квартала. Теперь вы стали членами нашего общества, значит, должны выслушать ППК. Правила проживания в квартале. Держите. Так, первое. Обязательно утром и вечером совершать прогулку для переваривания пищи. Да.
потому что здесь дороги не такие ухабистые, как в Индии, чтобы, проезжая по ним, сотрясаясь, можно было переваривать пищу. Понятно? Второе. Мы должны сушить свое белье во дворе своего дома. Брюки, рубашки, трусы и юбки, чтобы даже издалека любой англичанин мог понять, что это дом индийца. Хорошо? И третье. Минутку. Я вижу, ваши ППК очень объемные. Можно мы сделаем ВД? ВД? Он имеет в виду войти в дом. Да-да, почему нет? Почему нет? Спасибо. Пойдем. Послушайте, а вы куда? Пусть они делают ВД, а у нас ВД уже был. Да-да, у нас ВД уже был. Тогда сделаем ППД. ППД? То есть пойдем по домам? Опять? Да, пошли. Будем только разговаривать. Прия? Вот это да. Ты с первых дней стала домохозяйкой? Конечно. Говори, что тебе сегодня приготовить. Из китайской, тайской, ливанской, афганской, японской, корейской, вьетнамской кухни? Минутку. Ты что, все это умеешь готовить? Конечно. Вот это да. Значит, это уже меню на целый месяц. Давай сделаем так. Сегодня начнем с индийской кухни. Гороховый суп с лепешками. Лепешки? Да. Но это невозможно. Почему? Дома есть все продукты. Но здесь нет такого рецепта. Значит, ты собиралась готовить по этой книге? Да. Значит, ты ничего не умеешь готовить? Умею. Чай готовить, варить яйца, жарить папар. А кто готовил в вашем доме? У меня же есть папа. Ничего страшного, я тебя научу. Налей в горох немного воды и поставь его на огонь. Затем посоли немного своей красотой. Положи острый перчик своего озорства и сливки своей наивности. Затем поджарь все это на масле своей любви. И у тебя получится такой гороховый суп, что вместе с ним я и тебя тоже съем. Все, я уже поняла, как готовить гороховый суп. А теперь я научу тебя, как делать лепешки. Возьми муку и налей в нее немного воды. Что ты делаешь? Ты же сделала целый бассейн. Ничего страшного. Насыпь еще муки. Хорошо. Еще немного. Так. А теперь меси это своими красивыми ручками. Не так. А вот так надо месить. Вот так. Вот так. Вот так. Радж, что ты делаешь? Отпусти, пожалуйста. Радж, отпусти, не то я засыплю тебя мукой. Ты ничего не сможешь сделать. Твои руки в муке. Сейчас покажу. Прия, нет. Прия. Прия. Стой, Прия, куда ты бежишь? Сегодня ты от меня не уйдешь. Я не оставлю тебя. Что ты делаешь, Радж? Прия. Радж!
मोहब्बत नाम है मन का शुरू आँखों से होती है मोहब्बत नाम है मन का शुरू आँखों से होती है किया दिल ने इसे पैदा खत्म सांसों पे होती है ये तो मोहब्बत है ये ही मोहब्बत है ये तो मोहब्बत है ये ही मोहब्बत है दवाई राज Давай! Давай! अब हम मिले हैं दूर नहीं जाएंगे सारी उम्र तुमको ही चाहेंगे ये वादा है वादा मेरा ये तो मोहब्बत है ये ही मोहब्बत है ये तो मोहब्बत है लाखों हसीनों में तुमको चुना है सनम दुनिया में तेरे लिए ही लिया है जन्म धड़कनों में नशा है तेरा ये तो मोहब्बत है ये तो मोहब्बत है Что ты делаешь? Да. Ты что, не видишь? А если бы попало под колеса? То что? Что? То ты попал бы за решетку. Приятно было познакомиться. Пока. Сгорела. Что случилось? Я обожгла руку. Это ерунда. Положи в холодную воду и пройдет. И обед подгорел. Я заказала еду из ресторана, а она подгорела. Ничего. Давай приготовим гороховый суп с лепешками, как тогда. Да. Хорошо? Нет. Не надо, как тогда, не надо. Принеси лучше обед из ресторана. Пожалуйста. Хорошо, принесу. Но как бы ни случилось так, что мы привыкнем обедать вне дома, а домашняя еда совсем разонравится. Хорошо, хорошо. С завтрашнего дня я буду готовить дома. Thank you.
Что ты там смотришь? Я. Она очень хорошо играет на пианино. И что? Я тоже здесь живу. Прия, спускайся вниз. Это моя жена. А это моя жена. Привет. Привет, дорогая. Привет. Здравствуйте. Вы что, знаете друг друга? Да, однажды мы уже встретились на дороге. Это была просто авария, не знакомство. Соня. Радж. Здравствуйте. Прия, это наши соседи Соня и... Рики, приятно познакомиться. Это ваш дом? Да. Но с тех пор, как мы сюда приехали, мы вас ни разу не видели. Мы ненадолго уезжали. Понятно. Приятно было с вами познакомиться. Пойдемте в дом, попьем кофе, пошли. Да, пошли. Нет, сегодня у нас другие планы. Как-нибудь в другой раз. Хорошо. Собрались, собрались. Очень хорошо, что мы все собрались. Послушайте, мне надо срочно устроить совещание со всеми вами. В чем дело? Какое еще срочное совещание? Нам надо срочно сделать здесь ограждение. Ограждение вокруг горы? Не вокруг горы, а вокруг всего квартала. Нужно возвести стену. Что возвести? Стену. Стену. Знаете, что случилось? Вчера в наш дом проник тигр. Тигр? Да, он залез мне прямо на грудь, а потом тихонько слез. Встал на бочку и начал пить молоко. Пил. Прежде чем тигр успел что-то сделать, моя Сиди повернулась боком, их взгляды встретились, моя Сиди так ударила его простынёй, что тигр удрал без оглядки. Так испугался. Вот это да! Оказывается, в женщинах столько силы, одной простынёй она прогнала тигра. Дорогой, моя Сиди из Харьяны. Да. Вы оба что тут делаете? Разве вам не нужно идти на работу? Невестка, вы просто супер! Вы не Сиди, а МД. Значит, Мадхури Дикшит? Да нет, мать Дурга. Да. Если бы вы вчера не прогнали простынёй тигра, то мой друг БП сделался бы ВНН, то есть вознесшимся на небо. Да не тигр, это была кошка. Кошка. Без очков ему каждая мелочь кажется громадной. И я не простынёй ударила, а салфеткой. Почему же ты раньше не сказала? Я всю ночь от страха только и делал, что БВТ, БВТ, БВТ. То есть бегал в туалет. Скажи, Радж, чем ты занимаешься? Я учу лошадей играть в хоккей. То есть? Тренер пола? Фантастика, я люблю пола. Тебе нравится пола? Не очень. Но тренер игры в пола нравится очень. Брак по любви? Нет. По расчету. Брак по расчету и по любви. Два в одном. Значит, ваш брак по расчету любви. А ваш? Я скажу. Брак по любви. Нет, ты не сможешь угадать. Я ему вторая жена. Как это? Это значит, что его первая жена – это его деньги и бизнес. Бизнес у меня большой. По недвижимости. Строительный, финансовый. И денег заработал немало. Но не нашел покоя для души, поэтому я собираюсь сыграть в одну большую игру. Игру? Да. Одну сделку. Если добьюсь успеха, то все мечты мои и Сони исполнятся. Желаю удачи. Случай. Один непредвиденный случай. Кто это читает? Соня. Потому что я не верю в такую ерунду, как случай. Нет в жизни ничего такого, зачем? Не стояло бы никакой причины. Нет, Вики, в жизни есть много вещей, которые происходят случайно. Это просто случайность. Случайность и то, что мы с вами оказались соседями в чужой стране. И за этим кроется причина. И что за причина? Это... Бесполезно спорить с Вики о случайности. Радж, если хочешь почитать, то возьми книжку. Я ее уже читала. Привет, ребята, завтрак уже готов. Начнем? Что ты приготовила? Сэндвичи с сыром. Я люблю это. Лепешки с картошкой? Здорово. Когда делишься, получаешь совсем иное удовольствие. Ты прав, Вики. Не то где бы я достал такие вкусные лепешки. Ты что, жалуешься? Прия, ты тоже угощайся. Что? Прия и индийская кухня? Она, конечно, индианка, но все ее вкусы английские. Европейская кухня, путешествия по новым местам. Быстрая езда, веселая музыка. Мне тоже все это нравится. Правда? Вот это да. Конечно, если в жизни нет развлечений и скорости, то что это за жизнь? Радж, а тебе что нравится? Что ему нравится, я скажу. Никаких вечеринок, никакого веселья, только тихая, спокойная жизнь. Странно. И Соне тоже это нравится, Радж.
По-моему, мы женились не на тех девушках. Об этом стоит подумать. Что? Нет, нет, простите. Моя жена супер. Радж, давай устроим в конце недели праздник. Да, давайте пойдем в какое-нибудь такое место, где много шума и веселья. Эй, ты, бульдозер, ты здесь танцуешь или роешь рытвины? Придется заплатить. Что? Посмотри, как ЛП целует и целует свою жену. А ты вообще ничего не делаешь. Я тоже могу ее поцеловать, но она должна согласиться на это. Я ее так расцелую, что она останется довольна. Буду целовать, целовать. Что? Бесстыжие, я себя имею в виду. Сиди, что ты обижаешься? Сейчас я тебя поцелую. Иди сюда. Как ты посмел? Поцеловал меня даже 3 раза. ЛП? Да. ЛП? Что случилось? Бэппэ меня поцеловал 3 раза. Что? Да. Я опозорена. Я обесчещена. Поцеловал 3 раза? Сделай вот что. Что? Иди и поцелуй его 6 раз. Поцелуй за поцелуй. Око за око, зуб за зуб. И он запомнит. Ты что, совсем спятил? Иди разберись с ним. Извините, невестка, я перепутал вас. Сиди. Это не невестка, а брат. Вот, надень свои очки. Это уже переходит границы. Я сегодня же соберу совещание. Это ты соберешь совещание? Выход из этого только BBC. О таком пустяке? Вы будете сообщать по BBC? Да нет, BBC значит братская беседа сторон. Сиди, что ты здесь делаешь? Пойдем домой. Пойдем домой. Тише, тише. Слава богу, они не заметили нас. Не то весь вечер был бы испорчен. Давай, ребята, пошли. Не обижайся, Соня, сегодня я буду пить, хорошо? Привет, как дела? Спасибо, хорошо. 2 клубничных коктейля для дам и виски для джентльменов. Хорошо. Поторопись. Нет, друг, я не буду пить. Почему? Когда я пью, я перестаю соображать. Я не буду пить. Но я же с тобой, я присмотрю. Вики, нельзя никого принуждать к выпивке. Так что, мне одному пить? Тогда забудем о выпивке. Давайте танцевать. Хорошо. कसम से यूं मिल जाना अय्या रे अय्या
कसम से तेरा नजर मिलाना अय्या रे अय्या कसम से तेरा नजर चुराना अय्या रे अय्या तेरा नजर चुराना अय्या रे अय्या कसम से तेरी आंखें अय्या रे अय्या कसम से तेरी बातें अय्या रे अय्या Прия. Мы не заметили в темноте, как поменялись. Да, не заметили. Давай, пошли. Вики? Вики? Соня? Вики? Прия, она очень красивая. Нет. Радж, когда ты пришел? Только что. Я пришел вернуть книгу. И как она тебе? Очень хорошая, очень интересная. Тогда почему бы тебе не оставить ее у себя? Нет, спасибо. Я уже прочитал ее. Ты? Это мне надо у тебя спросить, что ты здесь делаешь? Он пришел сюда вернуть книгу. Ну вот, а я был у тебя дома. Слушай, у меня есть один план. Скоро будут рождественские каникулы, и здесь будет очень холодно. Почему бы нам не поехать в Маврикий? Красивые пляжи, красивый закат, восход. Будет очень весело. Всего 25 тысяч долларов за пару. Это будет здорово. Я сказал об этом Прие, она очень обрадовалась. Нет, Вики. Я не могу поехать. Почему? В чем проблема? Никаких проблем. Прости, друг. Вы вдвоем поезжайте.
Ты очень хорошо поступил, что отказался от поездки в Маврикий, потому что в Маврикий уезжают только ненормальные. А счастливые? Те, кто ходят по магазинам, покупают продукты, готовят гороховый суп, едят и ложатся спать. Приятный взяла печенье для собак и кошек. Да, да, собакам и кошкам живется лучше меня. По крайней мере, их хозяева выходят с ними погулять. Тише, все слышат. Они англичане, что они поймут? Успокойтесь. Ты видела? Прия, дело не в 25 тысячах долларов. На моем счету есть такие деньги. Но мы не можем зря тратиться, как Вики. Давай подождем, я твердо встану на ноги, а потом отвезу тебя, куда ты скажешь. Да, да, до тех пор я уже состарюсь. Опять ты за свое. Почему ты не попытаешься понять? Всего хорошего. Что сказал доктор? Переломов нет. Но его следует положить на обследование на 48 часов, чтобы проверить, нет ли внутренних повреждений, так сказал доктор. Слава Богу. Включить вентилятор? Мне кажется, ему путь наверх. Наверх? Да. Да не наверх, а к Богу. Его песенка спета. Понятно. Да. Но доктор дал ему 48 часов. Доктора всегда так говорят, чтобы позвать родственников, чтобы успели поплакать. Чтобы все перенести, нужны силы, нужно время. Поэтому он и дал 48 часов. А я говорю, ему осталось только 48 минут. Батюшки, значит, у нас даже нет времени подготовить кремацию. Да и кладбище отсюда в получасе езды. Господи, боже мой, сделаем так. Прямо сейчас же заберем его на кладбище. Да-да. Там положим его сразу на дрова. Как только он умрет, сразу начнем кремацию. Так и время сэкономим. Правильно. Да. Я говорю, и поминки надо сразу же устроить. А что надо для этого сделать? Покормить нескольких нищих. Но где здесь мы найдем нищих? Здесь их нет, придется вызывать из Индии. А за их проезд туда и обратно придется платить. Давай сделаем так. Покормим мою и твою жену, и на этом покончим с этим делом. Все. Да, так лучше. Да-да. Сейчас я пойду и все устрою. Да, иди. Одну минуту. Езжай помедленнее, не гони быстро машину. Если с тобой что-то случится, то сразу две кремации и один сделать не смогу. У меня нет столько сил. Что ты болтаешь? Иди быстрее. Умирают здесь. А мне приходится поджигать дрова, поливать маслом, устраивать поминки, делать то, делать это. Я что, вам слуга, что ли? Во всем квартале только я один бенгалец. Что, я один должен за всех отвечать? Хорошо. Спасибо. Спасибо, мистер Викрам. Берегите себя. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Привет, Соня. Привет. Как Вики себя чувствует? Сейчас ему намного лучше. Вот увидишь, через день-два он совсем поправится. Соня! 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 Вики! Вики! Соня! Вики! 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 Я вызову доктора. Вики! Вики, что с тобой? Вики! 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 Ты в порядке, Вики? Вики, что с тобой? Вики. Испугались. Посмотри на нее. Не могу поверить, друг, не могу поверить.
Вы так испугались. Как я сыграл? Ты что, притворился? Да. Что это значит, Вики? У меня душа ушла в пятки. Разве можно так шутить? Ладно, ребята, простите. Я сейчас все объясню. Слушай, когда ты отказался от поездки в Маврикий, я понял, что это была отговорка. На самом деле проблема была в деньгах. А ты такой гордый, что деньги у меня, конечно, не возьмешь. И мне в голову пришла одна идея. Я был застрахован на случай аварии на $50,000. И я подумал, почему бы нам не оплатить свою поездку за счет страховой компании. Так я и сделал. И вот чек на $50,000, который я получил сегодня. Чтобы взять нас с собой на Маврики, ты подстроил аварию? А если бы случилось что-то серьезное? Этого быть не могло, потому что это произошло не случайно, а было спланировано мной. И вот чек на $50,000, и на него мы оба имеем право. 25 твои, 25 мои. И теперь смотри, не отказывайся, не отказывайся. И вы тоже. Уговорите его. Уговорите, давайте. Радж, соглашайся. Если Вики может такое сделать ради нашей дружбы, ты должен согласиться, чтобы не обидеть его. Пожалуйста. 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 Ладно, только у меня есть одно условие. Говори. Я сам заплачу за себя и за приют. Хорошо. Ура! Привет! Дорогая, я люблю тебя. Я действительно скучал по тебе. Я тоже скучала по тебе. Хорошо, пойдем. Нет. 2 месяца мы только разговаривали по телефону. И даже здесь у тебя нет для меня времени. Дорогая, не беспокойся, все уладится. Сделай одно дело, иди в отель, отдохни. Вечером встретимся. Хорошо. Скоро увидимся, хорошо? Пока. Пока. Пока-пока. Радж! Что, брат? Что за тайна? Кто была эта девушка? Да никто, просто друг по колледжу. Значит, друг по колледжу. Ничего такого, о чем ты думаешь. 3 года спустя встретились. Соня, что ты здесь делаешь? Давай пойдем. Да я просто... Соня, иди сюда. Ты иди, у меня нет настроения. Я иду. Хорошо, Прия, иди сюда. Иди, иди. Надень это. Аккуратнее. Аккуратнее. Радж, сними нас. Хорошо. Как ты надеваешь? Перевернешься. Не так, а вот так. Прия! Я люблю тебя, Радж! Прия так довольна жизнью. Да. А я нет. Почему? Ладно, оставь. Скажи, я тебе нравлюсь? Нравишься? А что тебе во мне нравится? Как ты разговариваешь, твой характер? А мои глаза? Мои губы? Мое тело? Скажи, как тебе мое тело? Что это ты такое говоришь? А что? В тот день ты так пристально меня разглядывал, когда пришел возвратить книгу. Говори, почему разглядывал? Потому что я тебе нравлюсь, не так ли? Поцелуй меня. Соня,
Радж, поцелуй меня. Ты что, с ума сошла? Я хочу, чтобы ты обнял меня. Поцелуй меня, Радж. Заткнись. Радж, пожалуйста, иначе я сейчас спрыгну в воду. Мне все равно. Говорю же тебе, я спрыгну. Радж! Соня. Поцелуй меня. Радж, поцелуй меня. Соня. 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 Что случилось, Соня? Что с тобой? Ничего, я просто तुम ओफो हां तुम्हें 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 हम चाहते हैं हां तुम्हें 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 हम चाहते हैं देखो ना तुमसे दूर जाकर तुम्हारे पास आते हैं कौन मैं हां तुम बस तुम ओफो से बिजली गिराए कोई नजर से जादू चलाए जाना मैंने जाना है तू मेरा दीवाना है कोई अनजाना है कोई परेशान है कौन मैं हाँ तुम बस तुम ओफो तेरा कातिल बड़ा है सारा जमाना इस पे फिदा है करने
बच के है रहना हमको दीवानी देखो आंखों आंखों में हर ऐसी मुलाकातों में लुटे कोई बातों में देखे कोई प्यार से कौन मैं हाँ तुम बस तुम ओफो हाँ तुम्हें 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 हम चाहते हैं हाँ तुम्हें 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 हम चाहते हैं देखो ना तुमसे दूर जाकर तुम्हारे पास आते हैं कौन मैं हाँ तुम बस तुम ओफो Что так смотришь? Ничего. Скажи прямо, что смотришь на мою жену. Что ты говоришь? Друг, что тут такого, что ты смотришь на мою жену? В Соне есть что-то такое. Кто не посмотрит на нее, заглядывается. Как вкусно! Вообще сказать по правде, твоя жена лучше моей. Знаешь почему? Твоя жена словно вот этот стеклянный стакан. Видно все, что у него внутри, и находится в твоих руках. А моя жена, словно этот кубик льда. Думаешь, что он в твоих руках? Открываешь, а там ничего нет. За тебя. Присядь, я расскажу тебе анекдот. В Дели у меня есть один друг, Прэм. У него есть сосед Папу. Они, как и мы, хорошие друзья. Однажды ночью, знаешь, что они сделали? Прэм пошел к жене Папу, а Папу пошел к жене Прэма. Понимаешь? Что за чушь? Разве это анекдот? Нет, это правда. Анекдот начинается сейчас. С того дня прошло уже 6 месяцев. А их жены до сих пор не знают, что в ту ночь их мужья поменялись. Что за чепуху ты несешь? Радж, мы в Маврикии. Нас здесь никто не знает. Почему бы нам сегодня ночью, понимаешь? Ты к Соне, а я к Прие. Заткнись. О таком можешь думать только ты, но не я. Разве можно говорить такое о жене своего друга? Ты лицемер. Я, по крайней мере, не кривлю душой. Что у меня на сердце, то у меня и на языке. Я не такой, как ты. Ты каждый день бросаешь взгляды на мою жену. А если я что-то сегодня сказал, то сразу вспомнил о культуре. Мерзавец! Ты мерзавец! Радж! Вики! Радж, отпусти! Вики, что ты делаешь? Что ты делаешь, Радж? Вики! Радж, в чем же дело, наконец? Ничего. Поехали обратно. साठ बरस में कमर झुकेगा तो हाथ में डंडा लकड़ी का है? Они так быстро в ЭД вернулись домой? Кажется, здесь что-то не так. Пойдем спросим. Пошли. Здравствуйте, вы приехали одни, а где же ваши друзья? Вот невежа, даже не ответил, ушел, не обернувшись. Мне кажется, ЧНВКД.
То есть что-то неладно в королевстве датском? Да. И в Маврикии ничего не сказал? И в самолете? Но теперь мы уже дома. Скажи, что такого случилось между тобой и Вики, что вы стали друг другу врагами? Я уже и раньше тебе говорил, что тебе незачем знать что-либо об этом деле. Только запомни одно, что теперь у нас с этими людьми нет ничего общего. Вики, ты говорил, что ничего не бывает без причины. И у этого инцидента наверняка есть какая-то причина. Причина была. То, что я потерял свою голову, сошел с ума. Поэтому я устроил скандал. Что ты хочешь? Чтобы я попросил у него прощения? Начал умолять его, ползать у его ног, сказать, что я не могу жить без него? ЛП. Да. ГДОНР. 10 дней они не разговаривают? Друг, в этом квартале стало скучно. Кажется, только одни мы с тобой здесь живем. Друг, что же было причиной их ссоры? Демжа. Значит, борьба? Да нет, драка между женами. Ага. Когда мужчины между собой скандалят, причиной тому всегда бывают жены. Теперь я понял. Они поехали на Мавриги, наверняка там сели в такси. Прия сказала, я сяду вперед. Соня сказала, нет, я сяду вперед. Вот и получился скандал. Нет же, мне кажется, это ДЗВ. Драка за ванную? Да. Они наверняка сняли один дом, а в доме была только одна ванная. Женщина всегда первая, а здесь оказались две женщины. И в этом споре за первенство они и поругались. Да, тогда сделаем так. Как-нибудь поговорим с ними и отправим обратно на Маврики. И скажем, не снимайте дом, а живите в отеле. У Прии будет своя ванная, у Сони своя, вот и все. Сори, конец. Надо же, какой ты башковитый ЛП. Ты просто НГ. Что? Настоящий гений. Ты думаешь, что НГ — это что-то другое? Ты всегда думаешь о плохом. Разве я тебя назвал плохим? Не разговаривай со мной. Никогда. Радж, от поездки на Маврикии у тебя осталось $8000. Прости меня. В каком состоянии Радж? В таком же и Вики. Ничего не говорит. Через 4 дня у него день рождения. У меня были такие планы. Думала, поедем куда-нибудь, повеселимся. Но теперь он даже и не думает отмечать свой день рождения. Кажется, кто-то сглазил нашу радость. Уже 8 дней я не ела ни китайской, ни тайской, ни европейской еды. Даже не заговаривала о ресторане. Каждый день дома готовлю гороховый суп с лепешками. А он недовольный. Соня, может быть, это мы в чем-то променились? Мяч, пожалуйста. Если мяч выходит из игры, его можно вернуть обратно в игру. А если человек перейдет границы, разве он не может быть прощен? Передайте мяч. Если причина вашей ссоры — та ошибка, которую я совершила в Маврикии, я прошу за нее прощения. Бывают такие вещи, что не знать о них лучше для всех. Я уже забыл, что мы здесь с кем-то подружились. Будет лучше, если и вы будете считать нас просто незнакомцами.
Тебе сделать кофе? Поставь там, я сам сделаю. Вики! 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 На помощь! Помогите кто-нибудь! Вики! О, боже мой! Прия, попробуй поднять! Да! Вики! Вылезай! Вики! 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 Попробуй вылезти, Вики! Вики! Давай, Вики! Вики! Вики, ты в порядке? Да. Радж. Спасибо. Мы не можем снова стать друзьями. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Если бы мы сегодня не помирились, то я бы ни за что не стал отмечать свой день рождения. Это мне. Это Сони. Это Прие. А это Раджу. И не говори, что ты быстро пьянеешь. Сегодня день моего рождения, и всю ночь мы все будем пить. Хорошо, поехали. Нет, Вики, я не буду пить. Давай, Радж. Прия, скажи Раджу. Радж, сегодня мы отмечаем два события. День рождения Вики и вашу дружбу. Пожалуйста, давай, выпей же. Ну, ладно. Жене никто не может отказать. Есть! Хочешь попробовать? Да. Хорошо, я принесу шар. Зачем ты сюда пришел? Выпить. Ты будешь? Нет, спасибо. Как здорово, что мы четверо снова подружились. Теперь, если мы совершим какую-нибудь ошибку, то не принимай близко к сердцу. Расскажи сразу мне. Хорошо. Вики, за тебя! Давай, давай! Как здорово, друг! Пошли, детка. Пойдем, Радж. Сегодня мы уже очень много выпили. Хорошо. Вики, увидимся. Нет, 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 нет. Одну минуту, друг. Вечеринка еще не закончена. Прия, еще один раз за дружбу. Нет. Да ладно тебе. Всего одну. Прия, всего одну рюмку за дружбу. Они все равно не послушают. Пойдем, пусть пьют. Ладно, только скорее возвращайся. Хорошо. Пока, ребята. Покойной ночи, Радж. Покойной ночи, дорогая. Покойной ночи, Прия. Пока, Соня. Где бутылка? Бутылка. Нашлась бутылка. Возьми, пей. Сначала выпей ты. Я? Хорошо. С днем рождения меня. С днем рождения, Вики. Вот теперь выпей ты. Нет, напои меня сам. Напоить тебя? Да. Хорошо. Пей. С днем рождения, Вики! Весело было, друг. Радж. Да? Я правда соскучился по тебе. Забудь, что было. Да, да. Хорошо? Да. Финиш. Я принесу еще. Нет, нет, нет. Все. Хорошо? Ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хорошо. Приятных снов. Приятных снов.
Ладно, ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Друг, ты ничего не подарил мне на день рождения. Говори. Чего ты хочешь? Только один раз. Я Радж, ты Вики. Что думаешь, а? О чем Пришел? Ну как, насытился? Вчера ночью Вики приходил сюда? Да, ты же сам его послал. Я не стала ему возражать, потому что вчера был день его рождения. Если бы я отказала, то он бы обиделся. Но каждый день этого не будет. Я и Соне скажу, чтобы контролировала его. Хотя, если будет особый случай, то я не буду против. Совсем не буду. Но каждый день этого не будет. Хотя, если будет особый случай, то я не буду против. Совсем не буду. Sone do, mujhko neend aa rahi hai, sone do. Dil keh raha hai
छोने दो हाँ, मुझको नींद आ रही है सोने दो दिल कह रहा है कुछ होने दो ओ सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो कुछ होने दो होने दो होने दो होने दो होने दो मुझको नींद आ रही है सोने दो दिल कह रहा है कुछ होने दो अजीब हाल है क्यों जी तेरा ख्याल है मचल रहा है दिल छोड़ो जी सुलग रही है जान जाओ जी केसों में खोने दो दिल कह रहा है कुछ होने दो ओ सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो कुछ होने दो होने दो होने दो होने दो होने दो बुझा दूं बत्तियां नाना करेंगे मस्तियां जाना ये कैसा दर्द है सांसों में ये कैसी प्यास है आंखों में से होठों को भिगोने दो दिल कह रहा है कुछ होने दो Прия? Что случилось? Радж, Соню убили. Что? Не прикасайся к ней. Не трогай ее. Ты убил мою Сонию. Я? Если не ты, то кто ее убил? Разве не ты был всю ночь с Соней? Что ты говоришь, Вики? Вчера ночью Радж был здесь? Как это возможно? Ты же сказал, что вы ездили с ним в бар аэропорта. Невестка, конечно, мы поехали с ним в аэропорт. Но он нашел отговорку, оставил меня там, а сам приехал сюда. Что за чушь ты несешь? Прия, он лжет. Говори, когда мы ездили в аэропорт? Отойди. Офицер, спросите его. Разве он не провел здесь всю ночь с моей женой, а потом совершил убийство? Он убил мою жену. Ты лжешь.
Он лжет, офицер. Я не совершал убийство. Я не убивал его жену, офицер. Ответьте на вопрос. Вы провели здесь всю ночь? Да или нет? Да, но... Офицер, арестуйте его. Он убил мою жену. Я и не подозревал, что он положил глаз на мою жену. На мою Сонию. Эй, ты! К тебе посетитель. Пришли повидаться с тобой. Пошли. Зачем ты пришел? Почему ты меня подставил? Что я тебе сделал? Ничего не сделал. Но когда совершается убийство, то должен быть и убийца. Кто-нибудь должен взять вину на себя. И поэтому ты меня подставил? Да. Каждый шаг был хорошо продуман. Ты подлец. Тихо. Выслушай меня. Виселица тебе все равно не грозит. Просто признайся в суде, что убийство совершил ты. А я буду ходатайствовать, чтобы тебя приговорили не к смертной казни, а к пожизненному заключению. Приговор всего лишь на 14 лет. Я заплачу за это $1,400,000. Каждый год я буду отправлять прие по сотне тысяч долларов. Там прие довольна, и ты доволен. Теперь увидимся в суде. Люди, связанные с этим делом, индийцы. А язык, на котором будет вестись дело, французский. Поэтому весь процесс суда я буду переводить на хинди. Ваша честь, согласно показаниям Викрама Баджадж и остальных свидетелей, совершенно очевидна история убийства Сони Баджадж. Сония Баджадж и Викрам Баджадж были не только соседями Раджа и Прии, но и их близкими друзьями. В день убийства у Викрама Баджадж был день рождения, и чтобы отпраздновать это, они вчетвером поехали в ресторан. Примерно около половины второго ночи они вернулись домой. Соня и Прия пошли по домам, а Викрам и Радж продолжали выпивать около дома. Где-то в половине третьего ночи у них закончилось вино, но Радж хотел выпить еще, поэтому он попросил Викрама поехать в бар аэропорта. Это ложь. Я ничего такого не говорил. Я никогда не просил Викрама поехать в бар аэропорта. Мы не ездили в ту ночь в аэропорт. Пожалуйста, сохраняйте тишину. Вам еще дадут слово. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо, Ваша честь. Радж знал, что его жена Прия не разрешит ему больше пить. Поэтому Радж отправил к ней Викрама, чтобы попросить разрешения. Затем они оба поехали в аэропорт на машине Викрама. Вдвоем. Но уехал один человек. Приехав туда, Викрам обнаружил, что он забыл свой бумажник и кредитную карточку дома. Пользуясь случаем, Радж сказал, что тоже забыл свой бумажник у Прии. Он попросил Викрама подождать в баре, а сам поехал домой якобы за деньгами. Один? Но приехали двое. Викрам, ожидая Раджа, просидел в баре до половины шестого. А Радж прямо из аэропорта, вместо того, чтобы пойти домой, пошел к Сонии, которая была дома одна. Он не мог представить более удобного случая, чтобы утолить свое грязное желание по отношению к Сонии. Но когда Соня отказала ему, то он в гневе и пьяном возбуждении убил Сонию, ударив ее бутылкой вина. Это все ложь. Это все подстроил Вики. Он хочет подставить меня. Если вы снова попытаетесь перебить, то суд будет вынужден принять строгие меры по отношению к вам. Вы можете продолжать.
Ваша честь, все, что я сказал суду, подтверждено результатами дактилоскопической экспертизы, которые доказывают, что на бутылке, которой убили Сонию Баджадж, найдены отпечатки пальцев Раджа. Ты сам напои меня, друг. Мне напоить тебя, ладно? Пей. Теперь я прошу разрешения суда пригласить своего первого свидетеля, миссис Прия Мальхотра. Разрешаю. В ту ночь я сам видел, что уехал один человек, а не два, а вернулись два, а не один человек. Мне кажется, здесь что-то не так, ЛП. ЛП? Без очков ты даже днем свою жену путаешь с ЛП. А ночью что ты мог видеть? Лучше сиди и молчи, не то и тебя под суд отправят. Миссис Прия Мальхотра, приходил ли к вам в ту ночь мистер Викрам? Да. Примерно в 2:30 ночи я проснулась от звонка в дверь. Я думала, что это наверняка Радж, и открыла дверь. Но... Вики, ты? Да, Прия. У нас закончилось вино, и мы решили, что за вином поедем в бар аэропорта. А где Радж? Если бы пришел Радж, то ты, конечно, бы его не пустила. Нет, вы и так уже много выпили. Пожалуйста, послушай, у меня сегодня день рождения. Пожалуйста, не отказывай хотя бы сегодня. Пожалуйста, не отказывай. Я обещаю, что через 2 часа мы вернемся. Через 2 часа, Прия, пожалуйста. Хорошо, но только на 2 часа. Обещаю тебе только 2 часа, спасибо. Спасибо, Прия. Возвращайтесь скорее. Хорошо. После этого я пошла спать. Спасибо. Вы можете идти. Ваша честь, теперь я хотел бы попросить разрешения пригласить своего второго свидетеля, Псье Питер, бармен в баре аэропорта. Разрешаю. Псье Питер, находился ли в ту ночь мистер Викрам в вашем баре с 3 до 5:30 утра? Да, мистер Питер говорит, что мистер Викрам пришел в бар около 3:30 и взял у него одну бутылку виски, не заплатив за нее. Он сидел и пил там до 5:30 утра. И во время закрытия бара, когда мистер Питер попросил оплатить счет, мистер Викрам отдал в залог свои часы стоимостью в $100. Вместо счета в $50 и уехал. Теперь вы можете сказать в свою защиту, что хотите. Ваша честь, все, что рассказал господин прокурор, все это ложь. Правда в том, что в ту ночь, когда у нас закончилось вино, мы даже не ездили в аэропорт, а этот человек сделал мне такое грязное и мерзкое предложение, о чем даже стыдно говорить в суде. Он предложил мне на одну ночь поменяться женами. Поменяться женами? Поэтому я ударил его и пошел к Сонии, чтобы рассказать, какой у нее муж подлец. Соня! Иди и поговори со своим Вики. Этот негодяй предлагает мне изменить жене. Этот мерзавец во имя дружбы предлагает мне поменяться женами. Я убью его. Я уничтожу его. Убью! Что было потом, я не помню. Ваша честь, мистер Викрам Баджадж хочет кое-что сказать суду. Разрешаю. Ваша честь, все, что сказал сейчас Радж, это все ложь. Разговор об обмене женами состоялся не в ту ночь, а еще намного раньше, в Маврикии. Это грязное и мерзкое предложение сделал не я, а сам Радж. Мерзавец, ты врешь! Нет, ваша честь. Из-за этого я даже поссорился с Раджем. Невестка Прия этому свидетель. Когда мы вернулись, он даже просил у меня прощения. Ах ты, ублюдок! Радж! Я не оставлю тебя в живых! Радж, это суд! Я убью тебя! Радж, отпусти, тебе говорю! Что ты делаешь, Радж? Я убью тебя.
Радж, что ты делаешь? Радж, стой! Радж! Радж казался таким простым. Висиди, у мужчин природа такая. Им всегда нравятся чужие жены. Почему это твой БП идет к моему ЛП, крадучись, как вор? Хорошо, что я тебя встретил. У меня к тебе ОВР. Это значит очень важный разговор. Да. ГГ. Что? То есть говори, говори. Убийство Сони было совершено не С, а З. То есть не сегодня, а завтра. Да нет. Это убийство было не случайным. Оно было запланировано. В ту ночь я видел своими глазами, что уехали не два, а один человек. Это значит, что Радж пошел к Сони, но Вики к Прие не пошел. Да нет же, ты совсем не понимаешь. Сначала выслушай меня до конца. Не буду я тебя слушать. Если Радж услышит, то совершит мое ЗУ, то есть запланированное убийство. Сиди. Мне кажется, что они тоже договорились поменяться женами. Что нам теперь делать? Ничего. Просто будь осторожна и ночью не выключай свет. Поняла? Да. Никто не хочет выслушать меня. Кому же мне тогда рассказать? Висиди. Что? Хорошо, что я тебя встретил одну. Что это значит? У меня к тебе важный разговор. О чем? О том, что было в ту ночь, когда произошло убийство Сони. Ты имеешь в виду обмен женами? Да. Сиди не хочет меня слушать, хоть ты послушай. Что? Да. Сиди! Сиди? Сиди! Что ты орешь? Что случилось, Висиди?
Я правильно подозревала. Этот твой БП говорит со мной об обмене женами. Да. Что? Ну что вы прямо? Если вы выслушаете меня, то все поймете. То есть вы тоже со мной согласитесь? Никогда. Мы индийские женщины. Мы лучше умрем, но никогда не согласимся с тобой. Что случилось? Что случилось? Теперь я все поняла. Почему, когда она выходит из дома сушить свои волосы, и ты тоже выходишь сушить свои? И я поняла, почему ты по ночам постоянно подходишь к окну. Я теперь поняла. Ах ты, ты пристаешь к моей Ви-Си-Ди. Я ведь из Лудхияны. Ты пристаешь к моей Си-Ди, придурок? Разве ты не знаешь, что я из Колкаты? Пусти, пусти. Прекратите. Полиция. Полиция? Не будем драться. Для чего сюда постоянно приезжает полиция? Только позорит наш квартал. Брат Вики, что случилось? Ничего, ничего. Ну как? Полиция не смогла поймать Раджа. Но они предполагают, что он обязательно попытается встретиться или связаться с тобой. Рад сделал нехорошо, что сбежал из суда. Сейчас еще не поздно. Лучше ему сдаться полиции. Не то я боюсь, как бы полиция не застрелила его. Прия, я хочу тебе кое-что сказать. Прия, пожалуйста, выслушай меня. Я не убивал Сони, а то предложение в Маврикии сделал не я, Вики. Если это предложение сделал Вики, то почему ты мне ничего не сказал? Это было моей ошибкой. Но Соню я не убивал. Это был план Вики, чтобы подставить меня. Почему тогда ты сбежал из зала суда? Потому что для меня самый главный суд — это ты. Посмотри один раз в мои глаза. Если тебе кажется, что я виновен, я сейчас же пойду и сдамся полиции. जिंदगी मालूम होगी अरे मेरी
पहली कसम प्यार की तुम याद रखना सनम पहला कदम प्यार का तुम याद रखना सनम Я не убивал Сони. Ты мой самый главный суд. Если тебе кажется, что я виновен, то я пойду и сдамся полиции. Если твоя любовь и вера со мной, я докажу свою невиновность. Но как ты это сделаешь? Вики в суде сказал, что мы с ним вместе ездили в аэропорт. Но я не ездил в аэропорт. Если я сумею это как-нибудь доказать, то я смогу найти выход. Послушай, Прия, я говорю тебе, что в ту ночь я видел своими глазами, что уехали не двое, а один человек, а вернулся не один, а двое. Вчера вечером БП и невестка Сиди приносили мне ужин. БП хотел тайком от полиции что-то мне рассказать. Возможно, он что-то знает. Поезжай домой. Не то Вики может что-то заподозрить. А я пойду к БП в его ресторан, хорошо? S'échapper de la cour de justice. Son nom est Raj Malhotra. Il mesure environ 1m80. Здравствуйте. Вы индиец? Да. Вы не знаете того человека на экране? Кого? Где? Вон того, что показывают по телевизору. Да-да, я знаю его. Он тоже индиец, но я с ним никак не связан. Нет. Понятно. Вы не принесете нам две большие порции виски со льдом? Да, конечно. Придурки. Что? Да, две большие порции. Ходят тут всякие придурки. И только ко мне. Сейчас их так напою, что запомнят. Придурки. Нормально. Придурки еще спрашивают у меня... Что это с тобой? Да ничего. БП. Просто у меня от льда руки замерзли. БП. Те, что стоят рядом с тобой, это участковые, а не рядом с тобой, это участковые, это индийская народная песня. Мне надо с тобой поговорить.
Только не сейчас. Подожди немного. Встретимся снаружи. Где? А там, где никто не бывает, никто не ходит. Позади магазинчика ЛП. Позади магазинчика ЛП. Позади магазинчика ЛП. Вот огонь, пожалуйста. Вот, возьмите огня. Возьмите огня, придурок. Что ты сказал? Что? Что ты сказал? Придурок. Что это значит? Вы великий человек. Да, придурок. Мой отец придурок. Мой дед придурок. Я думаю, вы тоже придурок. Мой камень в меня же бросаешь? Ладно, что посеешь, то и пожнешь. БП, скажи мне, вечером, когда вы принесли ужин для Прии, да. Что ты ей хотел сказать? В тот день Вики, что говорил судья? Что ты и Вики вместе ездили в аэропорт. Но в ту ночь я сам видел, что поехали не двое, а один человек, а вернулся не один, а двое. То есть? Я сейчас объясню. Когда я собрался пойти спать, то услышал, что снаружи кто-то ходит. Я подошел к окну и посмотрел. Знаешь, что я увидел? Из дома Вики вышел один человек, сел в машину и уехал. Вот так и было. Наверняка это был Вики. Что ты увидел потом? Потом я пошел и уснул. Затем услышал звук мотора. Я снова проснулся. Потом подошел к двери и увидел, что одна длинная и большая машина остановилась у дома Вики. Из машины вышли два здоровых и высоких человека. Вынули из багажника какие-то вещи, затем зашли в дом. Высокие люди? На тебе были в тот момент твои очки? Там-то и была проблема. Я не был в очках. Значит, машина, которую ты тогда видел, была машиной Вики. Ты видел, как из нее вышли два человека. Одним из них был Вики. Второй тот, кто вместе с Вики замешан в убийстве Сони. Именно этот человек и может стать доказательством моей невиновности. Но где мы его будем искать? О нем можно узнать только в доме Вики. Поэтому, улучив момент, когда Вики не будет дома, мне придется пробраться в его дом. Знаешь ли ты, как тщательно охраняется его дом полицией? Для этого я найду какой-нибудь способ. Здравствуйте! Привет! Добрый день! Вы любите индийскую кухню? Я люблю цыпленка в соусе карри. Надо же! Мы приготовили карри всех видов. Да. А я люблю куриный кебаб. Вот это да. У нас и кебаб тоже есть. Давайте пойдем и отметим сегодня индийский праздник. Какой праздник? СЖ. Праздник спасения жизни. Давайте, пойдем. Пойдемте. Нет, нет, давайте прямо здесь, прямо здесь. Пойдемте внутрь. Надо съесть, пока горячее. Если будете есть здесь, на улице, здесь холодно, быстро остынет и будет не так вкусно. Хорошо. Давайте пойдем. Ты иди, иди. Отпразднуем праздник спасения. Пошли, давайте. Идем, идем. Быстрее накрывайте на стол. Ищешь улики. Ничего не найдешь. Улики оставляют случайно. А я ничего не делаю случайно. Ты знаешь, Радж, я тебе и раньше говорил, все было спланировано.
То, что ты ищешь, находится у меня. Меч без ножен и заряженное оружие нельзя оставлять открыто, мистер планировщик. Иначе план может не сработать. А теперь говори. Почему ты подставил меня с убийством Сони? Ты не можешь стрелять в меня. Ты не убийца. Убийца я. Убийство совершил я. А ты просто ищешь доказательства своей невиновности, которые ты никогда не найдешь. К тому же ты не сможешь уйти отсюда. Потому что скоро здесь будет полиция. Давай быстрее. Я уйду. Уйду прямо на глазах у полиции и у тебя на глазах. А полиция остановит не меня, а тебя. Слава богу, Прия, что ты пришла. Он снова совершает глупость. Прия, иди сюда. Нет, Прия, не подходи к нему. Этот человек сошел с ума. Он и тебя убьет. Он убийца. Убийца не он, а ты. Только такие подлецы, как ты, могут убить свою жену. Радж не такой. Арестуйте его. Стойте. Дайте мне уйти. Иначе я пристрелю ее. Уходите. Нет, не опускайте ваше оружие. Он не может убить ее. Она его жена, вы поняли? Нет, он преступник, он убьет ее. Помогите. Нет, не ходите, он убьет ее. Он может застрелить. Не упускайте его. Нет, он убьет меня, помогите, пожалуйста. Он водит вас вокруг пальца. Она его жена, постарайтесь понять, он не убьет ее. Он сейчас уйдет, отпустите меня, не держите меня. Это его жена, поймите, он не собирается ее убивать. Оставьте меня, оставьте. Помогите. Отпустите меня. Помогите. Садись, скорее. Спущу колесо. Куда он уехал? Вон туда. У вас колесо спущено, сэр. Черт. Ici police contrôle. Alerte à toutes les patrouilles. Le suspect vient de s'échapper d'ici. Il s'est enfui dans une voiture rouge. Alerte à toutes les patrouilles. Il s'est enfui dans une voiture rouge. Allô. Что-нибудь нашел в доме Вики?
Нет. Не нашел никаких улик. Он все тщательно спланировал, мерзавец. Этот негодяй правильно говорил. В жизни не бывает ничего случайного. Посадочный талон? Радж, из книги выпал этот посадочный талон. Соня Баджадж, 29 декабря, Женева, Цюрих. 29 декабря. В тот день произошло убийство Сони. В тот день она была в Цюрихе. Но как она могла прилететь из Женевы в Цюрих? Все очень запутано. Если одна Соня Баджадж здесь умерла, то как может эта вторая Соня Баджадж вылететь из Женевы в Цюрих? Потому что оттуда прилетела не Соня Баджадж, а кто-то другой. И в ту ночь она прилетела под именем Сони Баджадж. Значит, тот человек, которого я видел с Вики, это был не мужчина, а девушка. Кто могла быть эта девушка? На Маврике я видел Вики с одной девушкой. А то, как они себя вели, говорило, что между ними близкие отношения. И Соня тоже была очень обеспокоена, увидев их вместе. Я уверен, что это та самая девушка. Чтобы найти ее, мне придется ехать в Женеву. С помощью этого посадочного талона я смогу узнать ее адрес. Но как же мы доберемся туда? На всех выходах из города полицейские патрули? Сделайте так. Поезжайте по дороге в Спаниш, Вудж. Там был сильный снегопад. Дорогу сильно занесло. Поезжайте оттуда, и все. Радж, посмотри, и здесь полицейский пост. Может, вернемся? Нет. Они могут заподозрить. Успокойся. Они проверяют документы. Что теперь делать? Садись за руль. Зачем? Сделай, как я говорю. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Спасибо.
Ее адрес – дом 56Б, квартира 25, улица Лейк Плезент, Женева. Радж, вот дом 56. Викрам Баджадж, Соня Баджадж. Это же дом Викрама и Сони. Это значит, та девушка, которая прилетела под именем Сони, взяла билет на имя Сони и указала ее адрес, чтобы ни у кого не было сомнений. Где теперь искать эту девушку? И в доме никого нет. Дом пуст. Внутри кто-то есть. Это наверняка та девушка. Ты оставайся здесь. Я пойду посмотрю. Кто вы? Что вы здесь делаете? Сначала скажите, для чего сюда пришли вы? Не будем обо мне. Ты скажи, кто ты. Не то я выстрелю. Я детектив страховой компании, пришел сюда в целях расследования. Какого расследования? Викрам в нашей компании застраховал жизнь своей жены Сони на 100 миллионов долларов. На 100 миллионов долларов? Да. И сегодня день платежа. И я пришел сюда в последней надежде найти какую-нибудь улику, чтобы доказать, что в убийстве Сони замешан Викрам. Но, к сожалению, я ничего не нашел. Я дам вам эту улику. Этот посадочный талон я нашел в машине Викрама. Сони Баджадж? Как это может быть? В тот день было совершено ее убийство. Тогда как же она могла прилететь из Женевы в Цюрих? Чтобы узнать это, я и прилетел из Цюриха в Женеву. В авиакомпании дали этот адрес. Понял, эта девушка — подруга Викрама Нитта. Вы ее знаете? Нет. Но через несколько дней после убийства Викрам приходил ко мне и предложил взятку для того, чтобы ускорить процесс выплаты страховки. И тогда у меня возникли подозрения. Я провел расследование и узнал, что еще до свадьбы у Викрама была связь с какой-то девушкой по имени Нитта. Я видел эту девушку на Маврикии. Если мы ее найдем, то ваши 100 миллионов долларов будут спасены, а я получу доказательства своей невиновности. Для этого мне придется остановить процесс выплаты Викрама. Поехали со мной. Ваши 100 миллионов долларов перечислены на ваш банковский счет. Пожалуйста, распишитесь здесь. Спасибо. Мадам,
Могу я воспользоваться вашим компьютером? Пожалуйста, я хочу перевести свои деньги. Конечно. Спасибо. Извините, вы забыли свои очки. Вы так любезны. Большое спасибо. Пожалуйста. Мы немного опоздали. Он уже получил... Он перевел деньги на свой банковский счет через компьютер. Вы можете сказать мне номер его счета? 019421. Добро пожаловать в банк Швейцарии. Пожалуйста, введите пароль. Пароль принят. Остаток на счету $100. Он перевел все свои деньги в Сингапур. Не все деньги. $100,000 он перевел на корабль. Это значит, он плывет в Сингапур на корабле. Тогда эта девушка Нита уже наверняка с ним? Да. Мне нужно попасть на этот корабль. Вы можете это устроить? Хорошо. तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा।
मैं सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा मुझे चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा मैं सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा मुझे चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा 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 चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा Я тебя убил, а ты жива и здорова. Рассказывай, что за план у вас, по которому вы убили кого-то и подставили меня. Говори. Что ее спрашиваешь? Я тебе расскажу.
Иди сюда. Я спокойно тебе все расскажу. Ты правильно сделал, что сбежал и пришел сюда. Через некоторое время этот корабль пересечет границу, и после этого закон Швейцарии ни тебе ничего не сможет сделать, ни мне. Вот, возьми. О, я забыл, что ты сильно пьянеешь. Чтобы понять мой план, тебе обязательно нужно быть трезвым. Итак, ты хочешь знать, что если она, Соня Баджадж, жива, то кто же та девушка, что умерла? Это и была Соня Баджадж. А это моя подруга Нита. А этот Викрам Баджадж, кого ты считаешь миллиардером, на самом деле никакой не миллиардер. Несколько месяцев назад он был простым барабанщиком в маленьком баре Женевы. Я играл на барабанах, а она, моя Нита, там танцевала. Нита, ты больше не будешь танцевать. Я не терплю, когда кто-то прикасается к тебе. Брось эту работу. Бросить? Если я брошу эту работу, то кто мне будет давать каждый день столько денег? Я дам. Я сделаю для тебя все. Я буду выполнять все твои капризы. Я люблю тебя, Нита. Я тоже тебя люблю, но я хочу не просто жить. Я хочу наслаждаться жизнью, как это делают богатые люди. Играя на барабанах в баре, ты никогда не сможешь заработать столько денег. Тебе нужны деньги? Я дам тебе деньги. После этого я не видела Вики целых 3 месяца. Но однажды... Вот это да! Ты выглядишь как богач. Я женился на одной богатой девушке. Но не для себя, а для тебя. Для меня? Жизнь моей жены Сони застрахована на 100 миллионов долларов. Если ты мне поможешь, то эти 100 миллионов долларов могут стать нашими. У меня есть один грандиозный план. И первым шагом моего плана было привести в Цюрих свою подругу Ниту под видом моей жены Сони Баджадж. А затем найти козла отпущения, который был бы не только женат, но и был бы одного со мной возраста. Мне повезло, что однажды ты и Прия приехали туда жить. Лишь увидев тебя, я понял, что мой план сработает. Следующим шагом моего плана было привлечь твое внимание к Ните. Поэтому она намеренно оказалась перед твоей машиной. А затем, инсценировав аварию и получив страховку, я увез вас на Маврики, потому что последний шаг моего плана должен был завершиться именно там. Он заключался в том, чтобы убить Соню и возложить вину на тебя. Поэтому я и Соню вызвал на Маврики. Ты помнишь, что подругу по колледжу? Это и была Соня Баджадж, моя настоящая жена. После этого Нита сыграла спектакль с поцелуем, чтобы приблизить тебя к себе. Чтобы когда я сыграю своей козырной картой обмен женами, ты легко мог пойти к ней. Но ты оказался так верен жене, что, поругавшись со мной, сорвал весь мой план. Но мы все равно не сдались. Чтобы подружиться с тобой, мы попросили у тебя прощения. Вики разыграл представление с домкратом. А затем с днем рождения меня. В этот раз я достиг успеха. И ты, пойдя к Нике, потерял сознание. Я перенес тебя в другую комнату и положил на кровать. Нита, ты подожди здесь, а я поеду в аэропорт встретить Соню. А если он придет в себя? Не беспокойся об этом, до утра он не очнется. Я подсыпал ему вино снотворное. Иди. Хорошо. Приезд Сони сюда не был случайностью. Это было частью моего плана. Попросив Соню сесть в машину, я пошел в бар аэропорта, чтобы сделать себе алиби. Извините. Там я попросил бутылку виски, притворившись, что у меня нет денег. Я сказал, что мой друг скоро придет с деньгами, и как только он придет, я сразу оплачу счет. Конечно, пожалуйста, наслаждайтесь. Спасибо.
Как только я увидел, что бармен обслуживает других клиентов, я тайком вышел оттуда. Вики, с каких пор ты начал верить в случайность? Это не моя книга, а моего друга. Затем я приехал с Соней домой. Дорогая, это для тебя. Помнишь, в первую брачную ночь ты надела такую же ночную рубашку? Я хочу снова увидеть тебя в ней. Конечно. Надень это и приготовься ехать в аэропорт. Хорошо. Я взял ту самую бутылку, где были отпечатки твоих пальцев. Это я. В чем дело? Сегодня ты так романтичен. Я так ждал этой ночи. Прости меня. Что? Я специально изуродовал ей лицо, чтобы никто не смог узнать, кто была умершая. А затем отправил Ниту в Женеву, тихо прошел в ресторан и сел. Я до утра сидел и пил на виду бармена. Риск, на который я пошел, оправдался. Дав бармену вместо денег свои часы, я сделал его своим свидетелем. Все было спланировано. Люди тратят всю свою жизнь, но не могут скопить и миллиона, а я в течение 5 месяцев стал владельцем 100 миллионов. И что ты все время твердишь о случайности? Что дала тебе эта случайность? Одну рюмку. Рюмку? Да. Сегодня праздничный день, поэтому я тоже выпью. Ты спланировал все в совершенстве. Как умно ты создал этот план. Спасибо. Но умный человек всегда совершает одну глупость. Он считает других глупее себя. И ты такой же самоуверенный глупец. Ты думаешь, я оказался здесь, спасаясь от полиции? Но я пришел сюда не для того, чтобы спастись от полиции, а чтобы узнать твой план. И ты со своей самоуверенностью все мне рассказал. Сейчас ты, наверное, думаешь, как же я узнал, что ты здесь? Случайность. Узнаешь этот посадочный талон? Он принадлежал твоей настоящей жене Соне Баджадж. Я нашел его в твоей машине. Случайно, в той книге под названием «Случайность», над которой ты всегда смеялся. Затем, по той же самой случайности, я встретился с детективом страховой компании, от которого и узнал, что ты получил по страховке деньги, и что 100 тысяч из них ты перевел на этот корабль. Ладно, ты узнал мой план, но что ты сможешь сделать со мной? Через некоторое время этот корабль пересечет границу, и мы будем очень далеко отсюда. Перед тем, как мы будем далеко отсюда, я расскажу тебе один анекдот, который рассказывают детям в школе, и который ты наверняка никогда не слышал, потому что ты ведь никогда не ходил в школу. Слушай, одна черепаха и кролик были друзьями. Однажды они решили посоревноваться в скорости. Кролик сразу убежал далеко вперед. Добежав почти до финиша, он лег отдохнуть и уснул. Этот глупец даже не заметил, как черепаха догнала и обогнала его. Разве это анекдот? Нет, это притча. А анекдот в том, что твоя и моя игра точно такая же, как у черепахи и кролика, в которой выиграл не ты, а я. Что ты говоришь? Мой план сработал. У меня есть Нита, 100 миллионов долларов. А у тебя что? Ничего. Это я выиграл.
На словах ты все равно не поймешь. Здесь где-нибудь наверняка есть компьютер. Пойдем, я объясню тебе с помощью современной техники. Пойдем. Вас приветствует Банк Сингапура. Пожалуйста, введите номер счета. Номер счета 950691-083. Это же номер моего счета в Банке Сингапура. Откуда он тебе известен? Я привел тебя сюда, чтобы показать именно это. Пожалуйста, введите пароль. Давай, введи пароль. Люди всегда выбирают такой пароль, который они могут легко запомнить. Например, дату рождения. Но ты так не сделал, потому что ты сирота. Тогда какой же ты мог выбрать пароль? Ты постоянно повторяешь одну и ту же фразу. Не эту ли? Все спланировано. Пароль принят. Остаток нулевой. Видели, мистер планировщик? Ты планировал и заработал 100 миллионов за 5 месяцев. А я всего лишь за 5 минут все деньги отправил обратно на счет страховой компании. Теперь ты из миллионера снова превратился в нищего. Возьми две палочки. Иди барабанить снова в какой-нибудь клуб и заставляй танцевать эту козу. Расслабься. Бесполезно хватать меня за грудки. Ты видишь этот микрофон? Все, что ты сказал, все это записано. А магнитофон вон там. Возьми это и сообщи охране. Нита ушла. Стойте! Стойте, мистер Викрам! Thank you.
Радж! Добро пожаловать, моя дорогая, добро пожаловать. Добро пожаловать в Индию, мой сын. Что это? WC. Туалет там. Папа, не туалет. Он имеет в виду welcome. То есть добро пожаловать. Это ОТЖ. ОТЖ? Отец твоей жены. Вы тоже приехали в Индию? Куда же еще ехать? Конечно, здесь загазованность, коррупция, но все же здесь ОМЛ. ОМЛ? Очень много любви. Сейчас везде модно выпускать свои альбомы. Каждый сардар выпускает свой альбом. А у меня же дома есть собственный сардар. Мы вдвоем выпустим новый альбом о национальном объединении. Бенгальские песни в исполнении сардара. Спой-ка. Мой альбом называется «Бхало». Радж, ты не познакомил меня с ними. Я СБПШ. Значит, вы доктор? Нет, СБПШ значит «Сделано в Бомбее, привезено из Швейцарии». На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ».